Уголовное дело возбудили в отношении главы Нюрбинского района Бориса Попова. Руководителя муниципалитета обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, Попов в мае 2015 года незаконно подписал распоряжение предоставить подрядчику предоплату 38 миллионов рублей за якобы выполненные работы по строительству школы в селе Кюндядя Нюрбинского района. При этом, по состоянию на 23 декабря 2016 года, работы по возведению учебного заведения не ведутся. Более того, они приостановлены еще в сентябре прошлого года. Объем работ, выполненных подрядчиком, произведен на сумму около 17,5 миллионов рублей. В настоящее время производятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. По состоянию на 23 декабря текущего года работы по строительству школы на 176 учащихся не ведутся. Более того, они приостановлены еще в сентябре 2015 года. Объем работ, выполненных подрядчиком, произведен лишь на сумму около 17 миллионов 700 тысяч рублей. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.